Готовы ли мы выживать? Поднимите руки. Да, мы готовы. Конечно же, мы готовы. Всем привет, это снова Don't Starve. Ну что, продолжаем свои странные выживания. Вообще, я посмотрел комментарии, да, и некоторые пишут, что я менял настройки. К сожалению, ничего я как раз-таки не менял. Даже не к сожалению, а к факту. Вам вот такой вот преподнести факт могу, что ничего я не менял. Я как запустил, так и запустил. Мир как сгенерировался, так он и сгенерировался. Я туда не лез вообще в настройки. Честно сказать, я даже не знаю, где там это все настраивать-то надо. Опять-таки. Так, ну что, давайте далее познавать. Познаем-ка мы что-то. Что мы можем познать в данный момент? Так, уголь древесный есть. Раз, два. Угу. Как все ярко-то у нас, а? Так, есть лезвие, можно побрить. Что хорошо, смотрите-ка, макушку. Бедный лысик, а. Вот лысяк-то. Так, цветочки. Вот шерсть бифла-бафла нашего родного. Отличненько, спасибо большое. Мне пригодится как раз-таки для каких-то бы ни было вещей. Здесь и камушки, смотрите, потрясные есть. Как раз-таки, которые нам тоже нужны с золотыми самородочками, да? Неплохо, неплохо. Вообще, я сейчас вот планирую как раз-таки... В скором будущем собраться-таки все-таки в лес сходить. Как-никак, но манит, манит, природа манит, природа зовет. Так, давайте посмотрим, что здесь можно сделать. А вот глядим, да что-нибудь-то полезного мы себе сейчас сделаем. Так, каменная стена. Вот это здорово. Каменный блок. И можно как раз-таки себя гордить уже начать себя ограждать. Почему бы и нет? Так, вот эта вот сволота здесь ходит. Угу. Иди-ка отсюда, сгинь. Убегай, убегай, нечего сделать здесь. Так, сейчас я буду выкапывать кустики с ягодками. Пусть это тоже у нас всегда будет, конечно же. Так, вилы. Нужно собрать хвороста немножко, да? Угу. Но пока не внушительно. Хотя вот-вот-вот есть у нас. Есть материал строительный. Все-таки это строительный материал. Любой ресурс лесной, и это строительный материал, если вы, конечно же, планируете выживать, развиваться и жить далее. Так. Хорошо. Снимайте дерн. Так. Лопата, королевская лопатка. Алхимическая машинка-то у нас есть, но не хватает... Чего у нас не хватает? Ума не хватает, наверное, так. А, нет, королевская лопатка. Ну, нам простая лопата пойдет. Куда уж нам королевские-то лопатки? Нам пойдет и простые. Пойдут. Так, отлично. Благо, что кустики собираются в стаке, да? То есть сразу же объединяются они. Прекрасно. Это замечательно просто, я не знаю. Это, конечно, находка такая получилась, своеобразненькая. Но я думаю, беда скоро к нам придет опять-таки. Скоро и зима. Через 20 дней будет зима. Зима, зимушка, зима. Так, навоз у нас тоже. Опять-таки большой плюс то, что рядом бифало-бафало ходит. Поэтому навозик-то у нас будет в наличии. И под заказ, так. Так, берем. И все это дело выкапываем. Ну, 9 кустов неплохо. Я думаю, пока что нам хватит. Будем потихонечку удобрять. Ну и, соответственно... Так, вот еще, смотрите, саженцы. И саженцы тоже будем потихонечку выкапывать, потому что без них тоже никак. В любом случае, это все пригодится потом. Ну, а пока сделаем так. Небольшой набросок, конечно же. Так. Пенечки. Вот ему не с кем, конечно, размножаться. Вот это вот печально. Может быть, кто-нибудь к нему, кстати, подключится в будущем. Так. А ягодный куст. Раз. Да вас. Террис. Так. Угу, 4. Ну и у нас как раз таки 9 штук. Так. Отлично. Блин. Сбилось немножко. Угу. Ну, вот и здорово, вот и здорово. Так, естественно, нужно это все удобрить.
Так, благо есть еще чем удобрять. Так, а углем нельзя ли? Кстати, по-моему, можно пеплом также подсыпать, да? Ну, насколько я знаю, в жизни это, конечно же, пеплом посыпают для того, чтобы... Золой пеплом, чтобы не было жучков-червячков разных. Угу. Вот нам тут лепешку положили. Пойдем самородочку возьмем. Я ведь самый самородок. Так, не свежий, да? Ну, давай уж съедай их все. Хуже от этого не будет уже. Благо, есть еще свежие ягодки и морковка. Так, 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 так. Одна лепешка только, да? Маловато. Вот еще бы по соседству кого-нибудь, конечно. Было бы гораздо лучше. Так, что у нас с камнями, с блоками? Все в порядке. Так. Ой. Нет, 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 я не то делаю пока. Вот, каменная стенка. И сколько же мы их можем сделать-то? Надеюсь, получится окружиться. Угу. Неплохо, неплохо. В целом это даже неплохо. Так. Угу. Вот меня смущает единственное то, что... А, ну все, все, все. Вот, вот так вот будет в целом. Солидненько. Ёлки-палки, еще и костер потух. Долго прогорел, долго. Угу. Ну, стены, в принципе, смотрятся так не очень, но... Угу. Даже так. Пойдет. Лепи. Ну, прекрасно. Можно двухэтажный, конечно, еще забубенить, по-моему, да? Починить, вот я вижу. Интересно, интересно. Очень это очень интересно. Так, дружок мой ходит. Не подходи, это моя территория. Не подходи ко мне. Я обиделся. Я обиделся. Я тебя прошу, не подходи ко мне. А, и спать лег. Вот и правильно сделал. Молодец. Так. Потихонечку окружаемся. Так, стоит также позаботиться о броне и об личном оружии. Ну и все. Букву Г мы с вами сделали. Так, что у нас есть из... Как раз таки из брони. Деревянная, мраморная броня. Вот. Нужно будет найти мрамор. Мрамор. Но приблизительно я, конечно, понимаю, где он находится. Но все-таки... Все-таки как-нибудь разберемся мы с этим. Так, еще бы твикса найти, был бы вообще потрясающе. Так, давай-давай-давай, строй, Уилсон, не надо. Заднюю не давай, вот, более-менее уже что-то мы тут, так сказать, придумали. Еще, по-моему, есть возможность дверь сделать. Так, нет-нет-нет. Веночек я могу сделать? Он будет не свежий, наверное, только, да, уже? А, нет, все нормально. Подкинуть в огонь, ой-ой-ой. Испорченные цветы мы можем поджечь. Поджечь. Старанная картофельная. Железная картошка хранит себе какую-то силу. Ага, ну давайте ее бросим пока сюда. Поднять страны. Я вот думаю, а можно ли накормить свина? Короля свина чем-нибудь таким интересным. Каким-нибудь продуктом, я не знаю. Может быть что-то есть действительно. Какая-то польза. Так, где у нас там свин-то был? Свин-то был, вот он. Угу, но у меня ничего такого нет. Не гунди. Так-так-так-так-так-так, быстренько надо определиться, что мне делать дальше. Что мне делать? Угу, опять не хватает саженцев. Ладно. Ой, я не то сделал. Какая досада, а? Ладно, сейчас посадим, высадим все это дело. Раз. Нет, не так. Так, до вас. Трис. Ничего, 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 ничего страшного. Так, лопатку надо из рук пока выбросить. О, вот хорошее место.
Вот отсюда мы и будем брать себе саженцы. Так вообще из саженцев можно много чего придумать. Если так по жизни тоже подумать. Угу. Кирка есть, все. Можно спокойно колбасить камушки пойти. Так, вот тут у нас помет. Морковка, лягушка. Кого здесь только нет, а? Давай. Наяривай. Уилсон, Уилсон, Уилсон. Вообще уютная игра. Уютная, уютная. Тут уж я уже это говорил, но все-таки советую вам обязательно купить эту игрушку. Всегда приятнее купить, нежели скачивать, потому что обновление... Она не такая дорогая, и обновление выходит раз в месяц. Как я понял. Так. В общем-то, по продуктам что у нас? Морква. Вот есть. Надо еще холодильник сделать. Вот с холодильником это другая засада. Сейчас посмотрим, какие там нужны компоненты для холодильничка нашего, да? И сразу же его сделаем. Так, где мой там штаб? Так, мой штаб где-то внизу. Я что-то далековато, слушайте, ушел. Вот так вот шажочком-шажочком, как в реальной жизни. В лесок так пойдешь грибочки собирать, и все. Шажок-шажок-шажок, и готово. Так, вот он, товарищ отложил нам лепешечку небольшую. Здорово. Как дела? Все хорошо. Так, холодильничек. Где ж ты есть-то, мой холодильничек? Топливо, ужас, аметист. Это, по-моему, в продуктах, да? Холодильник. Так, шестеренки и доски. Осталось найти только шестереночки, но... Кстати, неплохо было бы прогуляться до такого места. Так, здесь есть кролики. Нам на всякий случай тоже это пойдет. Пригодится обязательно. Несвежие ягоды. Угу. Ну, коли уж они не свежие, надо-ка их освежить. Ну, ничего так, ничего. Пускай будут, пускай будут. Главное сейчас цель сделать холодильничек или что-то такое. Какой-то хранилище. Сундучок тоже бы не помешало сделать нам. Так. В общем, Уилсон, давай, трескай, трескай, все, пойдем. Ох, беднягу обстригли, а? Ходит теперь голышом. В общем, пойдем по этому побережью, так сказать, да, побережью. Побережье, так. Кролики здесь есть, будем иметь в виду. Ягод очень много почему-то. Вот не поймешь, эту игрушку тоже она генерирует. Я вот для себя просто когда играл тоже, когда перерыв был в сезоне, то тоже немножечко для себя играл, просто так сел. Тоже по-разному генерируется. Где-то хорошие условия, где-то очень плохие. То есть совсем ужасно играть. Нереально там пару дней и просто-напросто вываливают тебя. Так, здесь и пчелки у нас, да? О, дорожка. Вот дорожка нас может куда-то таки завести. Кстати, к шестеренкам. О! Охо-хо-хо-хо, друзей, это сколько моих, а? Отлично, будем знать, что здесь место тоже очень злачное такое. Обалдеть, что-то морковки много. Я не знаю, как это сработало, но факт есть факт. Уж очень много сгенерировалось. Пауки, о! Твиксонелла сейчас прискачет к нам. Вот он уже бежит к нам, красавчик. Молодец, молодец. Так, пауканы проснулись. Люди уснули, мафия проснулась. Ладно, по дорожке пробежимся. Посмотрим, может быть, что-то... Почему лужи на дороге? Вот это вот меня больше всего смущает, конечно же, сейчас. Так. Ну, Уилсон, в соломенной шляпке мы с тобой бежим. И куда нас это приведет, пока неизвестно. Угу. Что-то не особо-то мы... Какой-то цели и достигли, да? Вот камни есть. Ну, с камнями напряженки-то нет. Травы что-то много как-то. Вообще всего много в достатке. Морковка. То есть зимой мы не помрем, я так понял. С одной стороны радует. С одной стороны радует. Но опять-таки не знаешь, что произойдет. Тут и зима ржи. И еще какие-то создания. И собаки на полнолуние, по-моему, прибегают. Так, я думаю, скоротать денек-то мы сможем. Ой, ночку, ночку, про какой день я говорю? Про ночку, ночку скоротать мы сможем, наверное, да, с костерком-то? Есть у нас что-нибудь материал? Есть, да, на костер у нас материал есть, хорошо. Слушайте, я что-то далеко, по-моему, отошел.
от своей обители. Надеюсь, там ничего не произойдет. Кстати, еще нужно сделать громоотвод, молниеотвод. Ух ты, ёл, вы что такое? Что за здесь пати-то? Я такого никогда не видел. Обалдеть. Сколько же вас здесь-то, а? Скоро темнеть начнет. Господа хорошие. Так, это нам всегда пригодится. Удобрение это вещь такая. И горит, и удобряет. И пользу приносит, и вред. Так. Хорошо. Опа-па-па-па-па-па. Понятно. Все понятно. Так-так-так-так. Это край, да? Пришли к краю. Вот не отстает, а вот противный этот паук какой. Вообще пауки всегда... Вообще, по идее, да, в жизни пауки, они приятные. То есть такие не все, конечно, но... В частности, милые создания. Так, перед ночью сохранение происходит. Уголька подброшу. И возле костра можно петь песни. Интересно, можно закрафтить гитару? Я бы на это посмотрел. Так, приготовим немножечко пищи себе, пищи богов. Прекрасно, в целом чувствуем мы себя неплохо, да, вот морковка есть еще, попутно тоже можно собрать. Так, ну мир получился что-то громадный какой-то, странно. Честер, так, давай-ка я тебе твикс положу, что же мне тебе отдать-то на сохранение, я не знаю даже. На, вот тебе. Я не знаю. Ягодный куст. Золотой, так. Угу. Даже отдавать-то нечего. Ладно. Не страшно. Виллы есть у нас. Дерн можем копать. Так, сейчас уже и ночь закончится. Что-то как-то быстро и ночь, смотрите, да? У нас немножко сместилось, по-моему. По графику слегка. Немножечко мы с вами сместились по графику. Так. Побрить. А я смогу так его? Лучше подождать, пока он заснет. Понятно. Клочок бороды. А, я себя побрил. Ой, елки-палки. Уилсон, у нас нет шикарной бороды теперь. Я хотел викингскую бороду отрастить. Как у викинга такого бравого. Так, в общем, исследуем дальше. Берем с собой твикса и бежим куда-то туда, где мы еще не были. Так, здесь кладбище опять что-то. Очень массово прям, я смотрю, кладбище такое. Так, пасть. Червоточина, ну-ка, куда ты меня приведешь? Тропинка, тропинка, куда ты меня привела? Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, там псы были, смотрите. Давайте посмотрим, что там делают псы белые. Ну, так, ледяной посох. Ай-яй-яй-яй-яй, опасно. Вообще, я думаю, это опасно. По сути. Так, понятно, червоточина тоже нам особо не показала хорошего. Просто местечко пустое какое-то, да, случайное? Ой, ну, конечно, территория что-то громадная какая-то. Это перебор, явно. Ой, вот что я нашел. Пожалуйста, мандрагора. Вот об этом я и говорил. Волей случая повезло. За все два сезона, вот второй сезон недавно начался, да, за все два сезона мало чего хорошего было. Хотя были, конечно, интересные серии, но все-таки в целом нас постоянно убивали. На вынос просто. Ну, одну мандрагору нашли только. Но в первых сериях я около 5-6 их находил сразу же. Ужас, даже в лесу растут ягоды. Навоза навалом. Можно было бы как-то быстро перемещаться к себе домой. А может быть, кстати, здесь есть. Здесь же есть какие-то эмеральды вот эти вот различные, да? Вещи волшебные. Ну и в обновлениях я что-то читал, там дневник разработчиков тоже был. Они ведут свой дневничок, и там все это, в принципе, описывается. Так, ну что, Уилсон, давай, давай, давай. Куда-то мы с тобой забредем сейчас. С такими темпами. Так, здесь паучье логово. Вот я думаю, они поджечь ли их? Кстати, что было бы тоже разумненько, я так думаю. Давайте порискнем, что нет-то. Ничего-ничего, ничего-ничего.
Все будет в порядке. Сейчас паучки расслабятся. Заодно и нам будет полезно это. Угу. Все ясно. Это боевые пауки, да? Охранники, или как их называют еще. Ну, сейчас он отстанет. Немножко стоит пробежаться просто. Так, тихонечко. Ненавязчиво просто. Но лес, конечно, горит от души. Устроил дядька пожар. Устроил дядька пожар. Жару я вдарил. Так, все, паучок отстал. Паучишка подстал. Лучше спите, лучше спите. Нафиг вам это не надо. Так, мясо паука пригодится, я думаю. Давайте соберем. Чего бы нет, да? Ага, здесь догорает еще. Ужас какой, а? Смотрите-ка, днем они, значит, спят, отсыпаются, да? Так, есть ли у меня топорик для уголька? Уголек — это нужная вещь. Так, скоро начнет темнеть. Вот ночи короткие, вот это и примечательно, это и приятно, опять-таки. Поэтому чего уж там скрывать-то? Ехидство свое. Сажай. На новом месте будут расти новые деревья. Благоустройство от дяди Дженни. Так, следуем дальше. Тупичок небольшой. Да, я вообще, конечно, люблю в лесу возле костра посидеть. Так. Угу. Свинская ферма. Так, давайте посмотрим, куда нас червоточина отправит. Может быть, куда-то поближе к домику. Будем знать короткий путь. Угу. Это хорошо. Это очень хорошо. Кстати, место возьмем мы себе на заметочку. Это правильно. Угу. Угу. Здесь таки мы найдем себе шестереночки, да? Придется завалить, конечно, коняшку. Железное одно. Ох ты, как рассудок здесь-то. Ёлки-палки. В общем, надо убегать отсюда подальше, обратно в червоточинку в нашу. Ой-ой-ой, здесь вот эти вот странные создания, носороги какие-то. Пошел вон. Так-так-так, где червоточина? Червоточина, червоточина, моя. Прыгай. Ладно, хоть пауки за нами не перемещаются. И то верно. Так, пойдем. Пойдем, мой хороший, домой. Так, какую-то чащу забрели паучью. Паучье логово, могилы, здесь чего только нет. Окружают нас просто странные места. Так. Угу. А, нет, все в порядке, все в порядке. Спасибо зарядке от Nokia. И от Philips тоже. Так. Кстати, Уилсон, надень-ка ты веночек на голову. О, может, поменьше будет у тебя уходить. Так, до дома добежать успеем, интересно, нет? Я думаю, нет. Что-то такая у нас сталковская версия получилась. В этот раз версия видео сталковская больше, да? Почувствуй себя сталкером. Купидон Стар. Купидон Стар, почувствуй себя сталкером. Исследуй. Изучай. Властвуй. Убивай. Разжигай. Поджигай. Будь плохим парнем, будь хорошим парнем. Это Дон Стар. Реклама просто в хламиносину. Так, ночь прибывает, для костра последние гроши остались. Есть, отлично, успел вовремя. Это хорошо, клочок бороды. Так, подкинуть огонь не буду я это делать. Уголечек. Угу. Так, есть таки мясо монстра. О, я же хотел пойти к свину, но это, наверное, будет уже следующей серии, когда мы пойдем к большому свину, мистер Свин. Мистер Свин, он не промах, парень. Жареные ягоды. Несвежие. Здоровье... Хотя здоровье поправляют. Неплохо, 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 неплохо. Все. Я чувствую себя бодрым и свежим, как Никита Литвинков.
Поэтому замолочу-ка я все тогда уж. Так, немножечко сортирнем. Отсортируем свои вещи накопленные. Все, костер догорает, и смело можно возвращаться к себе домой. С едой проблем нет, морковка есть. А рассудок-то у нас попадал хорошенечко, где вот эти вот странные монолитные блоки были. Видимо, все-таки места столь отдаленные и опасные. Ну, конечно, носорога я вообще никогда ни разу не коцал еще в этой игре. Надо будет этим заняться в определенное время. Так, где мой дом? Родной, вот он мой родной дом. Немножко осталось дойти. Сейчас дойдем. Так, логово Баффало Бифла. Это приятно. Пастбище. Пасти мы их будем обязательно. Блин. А, все-все-все. Я немножко запутался в своих хождениях в сталках вот в этих вот, да? Так, рассудок, повышайся. Давай. Я ничего не знаю, ничего не хочу знать. Повышайся как следует. Так, навозика достаточно, чтобы удобрить. Угу. Фактически пришли. А оно-то очень хорошо. Так, я надеюсь, здесь ничего плохого у нас не произошло за это время, пока за наше отсутствие. Так. Угу. Пусть всегда будет огонь. Мой друг здесь ходит. Так, вот как раз, смотрите. Три навоза на три куста. Три кусочка на три кусточка. Так. А теперь меня интересует следующее. Теперь меня интересует громотвод. Так, один камушек надо сделать просто-напросто. Хе-хей, громотвод. Отлично. В общем, так. Угу. Создать громотвод. Нет, я все понимаю, что создать громотвод, но... Куда же его впендюрить-то, чтобы он как-то стоял уютненько так? Угу. Че-то как-то не внушающе. Сюда поставлю. В общем, бить будет в него в любом случае. Я могу обуздать небеса. Да, ты можешь. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. У нас вот такая серия Сталкер, поэтому... Хорошего настроения, почаще выходите гулять на улицу. Ходите на природу, и все будет прекрасно. Всем спасибо. Хорошего настроения еще раз. Всем пока-пока.